Здравствуйте, это программа «Город С» и я, Елена Чернявская. Сочная, красивая земляника – любимое лакомство россиян. Но выбирая ее для своего стола, важно помнить, что по-настоящему вкусной и полезной может быть только свежая и качественная ягода. Последние годы после вступления России в ВТО на региональные рынки хлынул поток ягоды из европейских стран. А Самарскому региону повезло. У нас есть компания «Волжский Пассат», благодаря которой вот уже на протяжении более 25 лет мы можем покупать качественную, а главное, недорогую местную продукцию. Клубнику, малину, черную смородину, яблоки в Самаре и области можно купить с машин и лотков нашего местного производителя. И сегодня в эту студию я пригласил Ивана Федоровича Сивакова, председателя Совета директоров агропромышленного холдинга «Бакалея», и Олега Викторовича Михеенко, председателя Союза садоводов и питомниководов Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. И прежде чем мы начнем наш разговор, мы посмотрим сюжет о компании «Внимание на экран». Компания «Волжский Пассат» – это крупная производственная компания, которая работает для вас с 1991 года. Объединяя вокруг себя группу компаний, развивает направления растениеводства, садоводства, производства сырья, соков, свежих фруктов, ягод и овощей. Эта компания обладает современными технологиями и оборудованием для производства качественной и востребованной продукции. В отличие от импортной ягоды, выращенной в садах крупнейшего производителя ягод Самарской области, она поступает в торговлю в день сбора. Выращенная в экологически чистом месте вблизи реки Волга, в селе Приволжье и в поселке Кошелевка, эта ягода имеет натуральный вкус и отличное качество. Тот факт, что «Волжский Пассат» сами выращивает продукцию и сами ее реализует, исключив зерно перекупщиков, позволяет сохранить невысокие цены на продукцию. Жители региона уже знают нашу продукцию и сами спрашивают в торговых точках. «Волжский Пассат» – это тщательный контроль всех процессов на каждом этапе, чтобы на вашем столе всегда были натуральные фрукты, соки и нектары высшего качества. Иван Федорович, мы услышали в сюжете об истории компании, что у вас она богатая, что имя, узнаваемый бренд, и, конечно же, вы признанный лидер на региональном рынке. Ну, а если вспомнить, с чего все начиналось? Начиналось прозаично. Пришел ко мне доктор сельскохозяйственных наук, профессор Рекалин Федор Николаевич, переживающий за состояние садоводства в нашей области. И он, так сказать, пожаловался, что такие предприятия, как ООСАД, там Кошелевский Пассат, приходят там совершенно пришли в такое положение, когда уже садоводство у них закрылось. И мы с ним решили помочь этим предприятиям. Ну, помогали мы с ним первые 2 года, ну а потом кончилось дело тем, что мы этим садоводством уже занимаемся 16 лет в Кошелевке и 14 лет в саду Приволжского района. Кроме этого, наш агрохолдинг обрабатывает 23 тысячи гектаров земли. И кроме садоводческой продукции, мы еще производим много зерновой продукции. Это примерно ни много ни мало 20 тысяч тонн продукции. И с селом у нас связаны сейчас большие надежды, где мы в планах уже ставим не только садоводческую продукцию, но и мелиорацию. И в настоящий момент уже с помощью государственной поддержки пытаемся увеличить свои поливные земли. Ну а так-то, конечно же, вот сады. Сады, где у нас в настоящее время 600 гектар садов на капельном орошении. Из них в плодоношении находится уже 400 гектар. И каждый год мы высаживаем по 100 гектар на капельном орошении. Ну, продукция капельного орошения, мы сами понимаем, что она поддается контролю по производству того, чего мы хотим. Ну, например, если взять вот обычные рослые растения, то там, во-первых, они плодоносят периодически. Один год плодоносят, другой нет. То есть периодичность плодоношения. У нас такого нет. У нас плодоношение идет постоянно. И в результате обработка, технологичность ухода за таким садом значительно упрощается, когда он находится на капельном орошении. Ну и, естественно, питание, которое мы даем, дозированное питание, через агролабораторию, что надо, при каких условиях и когда внести для того, чтобы растение развивалось и давало хороший урожай. Ну и масса технологических приемов, которые у нас присутствуют по всей продукции.
Спасибо. Олег Викторович, а вот какую оценку дали бы вы работе этой компании на Самарском регионе? Вот почему вы считаете, что самарцы выбирают именно эту продукцию? Или вот очень длинные очереди около машин Волжского посада говорят сами за себя. Практически на многих улицах и районах нашего города мы видим машины, газели, автоларки, они называются, где написано «Волжский посад», и с них торгуют, ну вот сейчас, яблоками, земляникой, соками и так далее. В наш союз входит несколько предприятий садоводческих Самарской области и питомники крупнейшей Самарской области. На общем фоне Волжский посад выделяется в первую очередь своим масштабом, размером и объемом производимой продукции. И то, что Волжский посад имеет в своем цикле производства весь цикл от посадки посадочного материала до производства готовой продукции и переработки, дает этому предприятию возможности применять передовые технологии, иметь большой масштаб, и это позволяет обеспечивать стабильное качество, что, естественно, не может остаться незамеченным нашими любимыми покупателями, жителями Самарской области. Спасибо большое. Я напомню, телефоны в студии 202-11-22. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков по именно этим телефонам. Дозванивайте, задавайте свои вопросы. Иван Федорович, какой ассортимент вы сегодня предлагаете нашим покупателям? Ну, во-первых, наш холдинг, он устроен кластерного типа. Мы начинаем с того, что у нас высаживаем хорошие сорта подвои в маточник и получаем потом хорошие подвои. Именно тех сортов, которые мы хотим. Не только. Не только. Потому что у нас есть маточник и для земляники, и маточник есть и для смородины. Ну, вот пока нет маточника для малины, но здесь мы закупаем. Но это мы как бы поправим в этом году. Вот после маточника мы начинаем делать питомник. После питомника высаживаем уже в поле. И в полях у нас появляются уже вот хорошие здоровые растения, с которых вот мы снимаем урожай. Кроме этого, у нас есть еще хранение, в частности, в регулируемой атмосфере, где мы храним яблоки, до практически нового урожая, если это не нам. Но у нас, кстати, этого не получается, потому что мы все реализуем до этого. Но, наверное, придет время, когда нам придется там вот поджаться и сделать больше складов для того, чтобы работать как бы подольше. Кроме этого, у нас есть еще хранение, реализация через собственную торговую сеть. Далее. У нас есть переработка на концентраты с последующей переработкой на сок. И даже выжимки, которые у нас остаются, мы сушим и пытаемся их тоже там реализовать тому, кому это надо. Ну, в частности, сказать, безотходное вот, производство. Это, по сути дела, это и называется вот этот вот кластер, когда вот все операции, которые вообще в принципе предусмотрены, они делаются в объемах одного сообщества какого-то. Вот это вот сообщество у нас, вот это вот агрохолдинг компании «Бакалея» под брендом «Волжский посад». И продукция у нас, естественно, хорошего качества, потому что мы уже не один год этим делом занимаемся, знаем, какие сорта брать. И, в частности, вот эту вот землянику. Мы начали с того, что у нас было там 5 гектар. Сейчас у нас уже 30 гектар. Где-то через год у нас будет 50 гектар. 50 гектар – это будет постоянное... засаженные земляники. Если по территории. Да, 50 гектар – это приличные там территории. И вот эти вот 50 гектаров нам будут давать ни много ни мало, это примерно там около 600 тонн земляники. Вот это вот все нам нужно продать и употребить заодно. Но это вопрос о другом. Да. Кроме этого, у нас еще есть смородина, которую мы выращиваем на полях Кошелевского посада. Там у нас сейчас уже находится 100 гектаров этой смородины. Ну, мы все знаем прекрасно, что такое смородина. Один лист смородины чего только стоит, а уж ягоды-то тем более. Кроме этого, у нас есть малина. Ну, конечно, яблоки. Кроме того, мы уже занимаемся овощами. Овощами занимаемся мы и как в поле, в частности, занимаемся производством картофеля. И в этом году у нас выйдет ранний картофель, и мы будем уже через свою торговую сеть предлагать нашим клиентам, нашим покупателям ранний картофель. Кроме этого, у нас есть совсем ранние, это укроп, петрушка. В дальнейшем у нас идет там
огурец. Кстати, огурца у нас в этом году будет, наверное, ну, не меньше, наверное, 100 тонн, который мы тоже предложим, именно маленький огуречек, который мы будем торговать. Который можно не кушать, но наверняка в общем, фрукты, да. Овощи – это все с нашего поля. И мы отвечаем за свою продукцию, поэтому дорожим своим покупателям, с которым мы уже сотрудничаем не один год. И думаю, что это будет продолжаться достаточно долгое время. Вот, Олег Викторович, о качестве продукции к вам вопрос, ведь согласитесь со мной, он очень важный. Вот вы, как представитель Союза садоводов, следите за свежестью, за, может быть, вкусовыми качествами земляники, вот, которая так полюбилась самарцам? Конечно. Вы знаете, чем Волжский посад отличается от многих других предприятий? Это своим размером и своим отношением к производству. Размер определяет качество в том числе. То есть наличие в Волжском посаде полного цикла научно-исследовательского сопровождения позволяет, начиная с посадочного материала и с почвы, которая потом дает силы и питание растению, позволяет выращивать качественный свежий продукт, который имеет замечательные, вкуснейшие свойства. Поэтому земляника, земляника садовая, которую выращивает Волжский посад, имеет отличие во вкусе. Это ярко выраженный, сочный, ароматный запах и вкус клубники. Это потребительские свойства в виде лёжкости. То есть она может, так как она собрана сегодня утром и попадает к вечеру уже к потребителю, она может быть совершенно спокойно хранится и день, и два. То есть она нигде не едет, не дозревает. Да. Буквально вот сразу с поля уже попадает на лоток для потребителей. Очень важно качество рассады, за которым Волжский посад наблюдает, используя лабораторные методы. Очень важно качество почвы, которое тоже дает в итоге вкус. Он может быть кислый, может быть, наоборот, замечательный, округлый, вкусный. Это зависит в том числе от почвы. И волжские почвы, там, где как раз выбрано место в Волжском посаде, они уникальны даже для Самарской области, потому что находятся непосредственно на берегу нашей великой реки Волги родной и имеют особую структуру, которая дает вот такой вот неповторимый вкус. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. Телефоны вы видите на экранах. Уважаемые телезрители, к нам звоните. Иван Федорович, ну вот ваша марка известна, конечно, уже за пределами нашего региона. И это, на мой взгляд, конечно, критерий надежности. Вы согласны со мной? Да, безусловно. Потому что тогда, когда делаешь продукцию, и ты не от случая к случаю ее торгуешь, а постоянно, из года в год предлагаешь покупателю, ты можешь только одно сделать, чтобы это было надежной, и абсолютно безопасный продукт, с которым можно, который можно покупать и им пользоваться. Потому что во многом мы сейчас сосредоточены на том, чтобы это было экологично и безопасно. Так вот, если мы занимаемся этим делом, а это не первый год, то прежде всего это у нас надежность. И если вы видите на автомашине там надпись там, «Кошелевский посад», «Сады Приволжья», и есть там как бы все бренды, которые у нас есть, в частности, Волжский посад, то все, подходите, это надежная, абсолютно торговая точка, и с ней можно, как бы, ей можно пользоваться всегда. Потому что я понимаю, что есть конкуренция, и многие как бы подделывают, что ли, наши брендовые машины, торговые точки пользуются этим. Но это говорит о том, что мы хорошо работаем, раз нас подделывают. Но дело в том, что они иногда выпускают непонятно какую продукцию, где они берут и как берут. Поэтому они не могут отвечать за нее. Сегодня он есть, завтра нет. А мы-то есть всегда. В этом смысл надежности, что мы всегда с покупателем и можем давать им только качественную, хорошую продукцию. Иван Федорович, соответственно, покупатели могут потребовать сертификаты качества и соответствия, правильно? Безусловно, это всегда нужно делать при любом, потому что мы всю свою продукцию сертифицируем в обязательном порядке. Цена и качество. Вопрос неразделимый вашей компании? Безусловно. Качество, само собой, у нас идет, как бы мы всегда делаем так, что
качество должно понравиться покупателю, потому что он все время с нашей, нашей продукцией знаком. А цена устроена так, что практически никаких посредников между нашей продукцией и покупателем нет. Мы ее взяли, и мы ее сразу предложили, продали. Естественно, она дешевле, чем, скажем так, в фирменных магазинах, не меньше, чем на 20% дешевле, а то и больше. Потому что у нас исчезают все посредники. Угу. В этом смысл вот как раз вот, хорошей цены продукта. Хорошего ценообразования. А качество само собой, потому что я уже сказал, что надежная продукция, она в любом случае должна быть качественной. То есть наличие всех витаминов, полезных микроэлементов, это здесь всегда? Слушайте, ну вообще-то на самом деле фрукты, овощи – это поставщик обязательно такого потребления у человека, когда ему нужны ферменты, коферменты, для того, чтобы у него был лучший метаболизм. И, естественно, человек, когда берет фрукты и овощи, он на это и рассчитывает. Поэтому он живет, поэтому он, условно говоря, ну, скажем так, долго живет только из-за этого. Если он будет есть одно мясо, естественно, он долго не проживет. А вот эти вот фрукты и овощи, они на самом деле, там и аминокислоты, и витамины, они присутствуют всегда. Более того, это можно заготовить и впрок. В частности, заморозка, консервация, сушка – это лучший вариант. Ничего не исчезает, ни витамины, ни аминокислоты. Конечно, если это хранить очень долго, какие-то там немыслимые сроки, может быть, там уменьшаться. А на самом деле это вот лучший способ. Ну вот, Олег Викторович, земляника, соки, черная смородина, малина скоро появятся на автолавках Волжского посада. А вот сможете ли вы удовлетворить все те немалые запросы нашего населения? Ведь купить полакомиться – это одно, и, как сказал Иван Федорович, посоветовал профессионально. Заготовить это можно в срок. Можно ли? Или нужно ответ? Нет, это нужно, это необходимо, потому что, ну, сколько может съесть человек там в раз, да? Ну, пусть он съест там очень много там, ну, пусть он даже столько, сколько он весит. Но жить-то надо там весь год, и весь год нужно употреблять именно качественную продукцию. Хотя на рынках появляется, да, та продукция, которая там, ну, условно говоря, там положила, она не портится никогда. Ну, уже это о чем-то говорит, да? О том, что напичкан, лучше, конечно, ее обходить, там, такую продукцию. А хорошую продукцию, ну, ее нужно законсервировать, да? Консервация – это, естественно, компоты. Консервация – это, конечно же, вот законсервированные там ягоды, в том числе и варенье, в том числе и прокрученные какие-то дела. Ну, я говорю, ну, лучший вообще вопрос заморозки положил, и вообще нет проблем. Все там абсолютно сохраняется. Это делать нужно обязательно. Ваше мнение, Олег Викторович? Я полностью согласен с Иваном Федоровичем, потому что замороженные продукты, консервированные ягоды совершенно не теряют полезных и питательных свойств. Это доказано самыми глубокими исследованиями, которые были проведены. Витамин С, который самое большое количество содержания в черной смородине, впереди только шиповник. Черная смородина – это кладовая витаминов. Витамин С – полезные, полезные элементы, которые есть, витамины, которыми уникально богата земляника, уникально богата черная смородина, особенно малина. Это все необходимо человеку для поддержания здоровья в нужном состоянии, особенно в послеоперационный период. Для укрепления сердечно-сосудистой системы широкое применение, и это достаточно 10 ягод черной смородины в день для того, чтобы обеспечить потребность человека в витамине С. Скоро они появятся на автолавках. Да, сейчас Волжский посад внедрил у себя технологию уборки, при которой идет быстрый и бережный сбор ягоды и земляники, и черной смородины, и малины. И эта ягода будет появляться обязательно на прилавках для того, чтобы можно было ее дать в лучшем качестве потребителю. Иван Федорович, а я хотела перейти к разговору все-таки о яблонях. Каждое второе фруктовое дерево на нашей планете – это яблони. И ведь начинали-то вы свою деятельность именно с яблок. Кластер, да, о котором вы говорили, который выполняет технологический процесс с фруктами. Расскажите, пожалуйста, вот о перспективах
яблок, сколько будет в этом году? Ну и, конечно же, саженцы, которые вы предлагаете населению. Вы знаете, это, вообще-то говоря, государственная программа, все, что связано с садоводством. И то, что идет сейчас импортозамещение, это, в принципе, как бы вспомнили об этом. А на самом деле мы уже на протяжении нескольких лет занимаемся садоводством и занимаемся высаживанием вот этого производственных садов на капельном орошении. Да. Причем делаем мы это по государственной программе. Делаем мы по государственной программе, в частности, по региональной и Российской Федерации. Все, что мы высаживаем, нам субсидируется государством и регионом. Это постоянно субсидия идет на не только на высадку садов, но и на их сопровождение в последующем. Все, что мы тратим на них, нам государство субсидирует. То есть это целая государственная программа, связанная с садоводством. В настоящее время, как я уже сказал, у нас 600 гектар на капельном орошении. Мы высаживаем каждый год по 100 гектар, но у нас планы на 10 лет еще высадить ни много ни мало 2000 гектар. И все это мы хотим сделать с государственной поддержкой, поддержкой малого и среднего бизнеса. Есть так у нас сейчас государственные корпорации поддержки малого и среднего бизнеса. И мы уже прошли первые слушания, которые были, в частности, в нашем регионе, в Министерстве экономического развития. Нас там поддержали. И сейчас мы выйдем там на Российскую Федерацию. Если нас там поддержат, то мы будем высаживать в течение 10 лет 2000 гектар. Конечно, нам нужно вот эти вот 2000 гектар не только для того, чтобы их хранить и употреблять в свежем виде, но и для того, чтобы производить концентратом и в последующем производить фруктовые соки. Поэтому у нас большие планы с этим. Я уже сказал вам, что мы сейчас уже земляникой хотим сделать там 50 гектар, но мы хотим сделать и малины 30 гектар. И все это должно быть механизированная уборка. Как, собственно говоря, механизированная уборка у нас идет черной смородины, так механизированной уборкой будет и малины. То есть мы хотим, чтобы вот этот вот кладезь, который был доступный, фруктовый, он появился как можно раньше, и этой продукции было как можно больше. То есть ценовая политика будет умеренной, и цены предусмотрели? Ну, безусловно, вы же сами знаете, что, вообще-то говоря, там есть рынок. И если говорить там о зарубежной продукции, в частности польской, то добавленная стоимость килограмма польского яблока значительно выше, чем добавленная стоимость нашего яблока. Значит, мы можем себе позволить цену держать ниже. Ну и, конечно же, надо понимать, что для этого нужно иметь хорошую урожайность. Так вот, вот это вот капельное орошение, хорошие подвои как раз и позволяют давать хорошую урожайность, которая бы позволяло, в свою очередь, снижать цены на эту продукцию, быть более конкурентным. Спасибо. Олег Викторович, а вот какие новые сорта и технологии вы посоветовали бы, возможно, садоводам? Из новых сортов есть, если брать яблони, это старые проверенные друзья, которые радуют самарцев уже многие годы. Это сорта «Спартак», «Жигулевская», «Лоба», «Северный Синап», «Беркутовская». Это лучшие сорта, районированные для Самарской области. А из нового это то, что сейчас питомники Волжского посада производят посадочный материал, саженцы, полностью районированные, с замечательной крепкой корневой системой. Адаптированные к климатическим условиям Самарской области. То есть к нашим жарким погодным условиям летом, к очень холодной, до минус 40 градусов, зима. И новое в том, что используется сейчас новый подвой, который, то есть высота растения и толщина штампа ствола, который невысокий, не сильно рослый, который удобно обслуживать, обрезать и, самое главное, собирать яблоки. Потому что дерево 10-метровой высоты, яблоко только может сбросить, и, естественно, о хранении речи нет. А ведь любой садовод, любой дачник хочет яблоко, выращенное на участке, сохранить как можно дольше, чтобы оно его радовало, выращенное им самим. Волжский посад готов предложить очень замечательные саженцы.
Вот да, кстати, вот если жители хотят купить у вас саженцы всех перечисленных культур, яблоки, земляники, смородины, ну, все, что вы предлагаете, как говорится, куда обращаться? Вы знаете, зарекомендовавший себя на высоком уровне репутации питомник «Волжский посад» проверено годами. То есть профессионал не будет держать в своем саду яблоню, которая либо дает нерегулярный урожай, конечно, либо неудобное в обслуживании, либо нестойкое к испытаниям погодным. Поэтому здесь я рекомендую доверять профессионалам. У большого предприятия заведомо не может быть неэффективных, слабых технологий. Поэтому качество может обеспечить в основном только крупное хозяйство, каким и является Волжский посад. Но ведь согласитесь, очень много местных производителей у нас в регионе, и конкуренция достаточно серьезная. Но вот чем можно отличить именно продукцию Волжского посада? Да, вы правы. Здесь в Самарской области у нас есть ряд питомников, есть большое количество, особенно это в сезон посадки весной, когда под видом местных саженцев и рассады и цветочные, и ягодные, и плодово-ягодные привозят саженцы на вид крепкие, сильно развитые, но они совершенно не районированные. Это саженцы из южных регионов. Вот лично я попалась, купила шелковицу за целых 400 рублей, она у меня даже не прижилась. Цена, конечно, там соответствует, потому что растения развитые, но первая же зима холодная, под корень срезает и труд, и деньги садовода. А нам очень жалко, потому что наша ассоциация, она включает не только задачи поддержку и развитие профессиональных садовых хозяйств, но и садово-дачных хозяйств. Ведь у нас в области почти 150 тысяч дачных хозяйств, и мы сотрудничаем с дачниками Самарской области. Поэтому посадочный материал – важнейшее условие для хорошего урожая. Ну и, конечно, соблюдение современных технологий. Это подкормки, это правильная обрезка, это подготовка к зимнему периоду, это использование современных приемов. Выбирая лучшее, выбирайте местное. Иван Федорович, что написано в планинге? Какие планы, перспективы работы, развития? Вы знаете, вот в плане у нас как бы, с учетом того, что мы вкладываем большие деньги в плодоводство, в ягодники и прочее, нам нужно доводить это до совершенства. И в частности, на сегодняшний момент у нас запланировано открытие агролаборатории, которая будет у нас открыта в сентябре месяце на условиях франчайзинга с европейскими там партнерами. Та агролаборатория, которая позволит постоянно мониторить развитие всех растений, в частности, не только полеводческих культур, но и всех садоводческих культур. Потому что надо понимать, в какой фазе находится там, допустим, растение, какая находится почва, что в ней и как сегодня по листу ведет себя это растение. И именно агроанализ и сопровождение позволит точно давать рекомендации по работе вот с этими растениями. В частности, кстати говоря, мы можем предложить нашим потребителям и всем жителям Самарской области, если у них есть в этом нужда, мы можем давать консультации, связанные вот с работой этой агролаборатории. Ну что ж, время у нас подошло к концу. А пару слов заключительных я предоставляю вам для обращения к телезрителям. Пожалуйста. Ну что, мы работаем. Давно работаем и хотим работать еще дольше. И нужно, чтобы вот эта вот ответственность наша еще больше была. То есть мы, как я уже сказал, делаем все для того, чтобы развивать наше садоводство и растениеводство. Ну и делаем мы это все в плотном, как бы вот, в плотной помощи нашего региона и, собственно говоря, нашей России. Потому что это делается по всей стране. Ну что же, большое спасибо, уважаемые гости, что пришли в студию, рассказали столько нового, полезного и интересного. Ну и спасибо, что вы были с нами, уважаемые телезрители. Всего хорошего. До свидания.